Проливной дождь под аккомпанемент грома и молнии накануне вечером проверил коммунальщиков на прочность. Не справились сети в пригороде Краснодара. В поселке Новознаменском произошли отключения света. Также обесточенными оказались улицы Есенина, Росинского, Комарова, Шаляпина, 1 мая, Переяславского. Аварийные бригады сейчас ликвидируют ЧП. Ожидалось, что утром в городе наступит транспортный коллапс из-за потопления и других последствий ночной стихии. Однако ничего подобного не случилось. Трафик на дорогах можно назвать обычным для этого дня недели.